воевать. Мы никого не трогали. Мы не бегали ни по каким майданам. И что получили? За что? Мы террористы. Террористы. Да пусть мне про какой город говорят, но про Горловку. Здесь все ребята поднялись. Песен еще не написаны. Сколько? Скажи, кукушка, пропой. В городе мне жители на выселках, камнем лежать или гореть звездой, звездой. Солнце мое, взгляни на меня. Моя ладонь превратилась в кулак. И если есть порох, дай огня. Я уверена, что у меня теперь внук 16 лет. Он пойдет стить за отца. Вот так. За то, что все так случилось. Мальчик учиться хотел, а теперь вчера звонит и говорит: бабушка, я пойду возьму автомат, буду защищать. Теперь воля вольная, с кем же ты сейчас ласковый рассвет встречаешь? Андрей!